Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у меня такое коротенькое включение. У нас очередной отчет по совместному проекту «Носочная коробочка», организатором которого является Екатерина Шурм. И у меня связались вот такие вот следочки. Следочки с мотивом, с элементом бабушкиного квадрата. Вяжутся очень просто. Я думаю, что бабушкин квадрат умеют вязать все. Если это не так, напишите мне в комментариях. Я планирую серию бабушкиных квадратов крючком. Я крючком владею, но в плане мастер-классов мне они еще даются тяжеловато. И мы с вами обязательно повяжем, да, я покажу то, что я умею, то есть, ну, то, что смогу заснять на камеру, потому что именно съемка мастер-классов крючком мне еще дается тяжело. Но я думаю, что мотивы я покажу. Возможно, уже что-то вышло на канале из мотивов, либо еще выйдет. У меня в планах вязать еще тапочки и сапожки крючком, поэтому крючковые работы и мотивы вы обязательно в марте увидите у меня на канале. Много их будет, либо нет, либо мало. Я пока сказать ничего не могу, потому что не планирую и не обещаю. Как пойдет, что называется. Следочки связаны на размер 37. Повторюсь, бабушкин квадрат на камеру не вязала, но отсняла такой своего рода экспресс-мастер-класс, как они вяжутся, да. Показывала вот эту вот часть. Ну, я думаю, что все-таки многие умеют вязать бабушкин квадрат. Девчонки, если это не так, отпишитесь в комментариях. К этому мастер-классу я уже отсняла обычный классический бабушкин квадрат. И повторюсь, если он... Либо он вышел уже на канал, либо еще выйдет. Как только он будет на канале, именно по квадрату, я оставлю мастер-класс в описании, да, на бабушкин квадрат. Ну, а на сами следочки я оставлю ссылочку в правом верхнем углу, как они вяжутся. Если вам интересно, то пройдете и посмотрите. В планах мастер-классов крючком много, по крайней мере, сборки слитков из бабушкиного квадрата я вам могу обещать очень много, да. Ну, как обещать, не именно в марте, а в принципе, в целом они у меня будут появляться, потому что был такой запрос, и мне что-то стало интересненько повспоминать, как это делается. Я, кстати, начинала вязать крючком, учиться именно вязать крючком, и именно начинала с бабушкиного квадрата, поэтому девчонки, не пропустите. Мастер-классов будет, думаю, много и, в принципе, разных. Вот начну выпускать мотивы, элементы, подошвы. И то, что вам, в принципе, может пригодиться для вязания следочков из бабушкиных квадратов. Да? И потом уже мы с вами приступим к вязанию самих следков. Так что, думаю, будет интересно. Что-то я уже заговорилась, отошла от темы, от совместного проекта, да. Найти девчонок-участниц вы сможете по хэштегу, который будет в описании. В описании также найдете ссылочки на девочек-спонсоров. Их больше 10 человек. В этом проекте ссылки на всех участниц мы не оставляем, а именно поиск по хэштегу. Проходите, смотрите, девчонок, очень много работ, очень есть чем впечатлиться и воодушевиться, и есть что взять на заметку. Мне казалось, что я о носках знаю все и даже больше, но, девчонки, как же я ошибалась. Столько идей для вдохновения для себя почерпнула. Я думаю, что и вы найдете много интересного для себя. Ну, а я буду на сегодня закругляться. Спасибо, что все были со мной. И пока-пока.